Над вулканом Этна на Сицилии поднялись столбы пепла и лавовые фонтаны. Всплески расплавленной породы во время извержения достигали высоты в 300-400 метров. Опасное зрелище сопровождалось подземным гулом. В ходе извержения вулканический пепел и остывшие капли лавы размером до нескольких сантиметров падали в небольшом городке Санта-Венерина, который расположен у подножия Этны. Склоны горы густо населены. Итальянский вулкан вновь активен не первую неделю, так 28 и 30 мая активизировались два жерла Этны. Сейсмологи продолжают фиксировать небольшие землетрясения в этой части Сицилии. Интересно, что фонтаны лавы появились утром и стихли к обеденному времени. Этна – крупнейший и самый активный вулкан Европы. Наблюдения за его извержениями велись на протяжении 2000 лет.